Я думаю, что мы сделали некоторые выводы. Я думаю, что мы знаем, над чем работать. Основные наши проблемы завязаны на том, что мы плохо коммуницируем с лесом, то есть наши соло-линии плохо разыгрывают мид-лес, топ-лес. Другие команды нас в этом переигрывают. Я думаю, что мы будем очень много работать над этим. Я буду работать с Кортезом и постараемся выигрывать следующие матчи, переигрывать их 2-2. У нас еще были ошибки, нам в каждом матче чуть-чуть не хватало. Это неправильно принятое решение, неправильный кол. И я думаю, что нам совсем чуть-чуть не хватает, чтобы стать хорошей командой. И мы над этим поработаем, будем пытаться выигрывать.